Всем привет, меня зовут Александр Прокопенко, компания Тратек. Я представляю крупный торговый дом по системам безопасности. В этом году нас пригласили в Китай наши партнеры. Компания Dahua Technology организовала этот тур, за что им большое спасибо. Мы с нашими партнерами не только торгуем системами безопасности, но и очень неплохо отдыхаем вместе. Вот сейчас нам выдалась возможность съездить в Китай на конференцию. Наше путешествие началось с посещения завода Dahua. Этот завод впечатлил огромными масштабами. Ну, чувствую, сделано здесь все по последнему писку. Люди в белых костюмах, камеры собирают роботы, тестируют робот. К сожалению, снимать нам много там не разрешали на производстве. Dahua — это такая очень дизайнерская компания, в том числе, потому что у них есть свой какой-то стандарт, да, и, ну, этот стандарт, он чувствуется везде, даже в подходе, в работе. То есть это невероятное, конечно, место. Ну и, конечно же, я хотел сказать отдельное спасибо компании-партнеру и Алене, которые организовали этот тур по нестандартным местам, с нестандартным графиком, с нестандартными поездками. Дальше нас ждала дорога в поезде в течение суток в город Джанцзе. Южных провинций Китая. Китай всегда был разделен на север и юг. Обратите внимание, что западная цивилизация делит мир на запад и восток. На культуру проса, северные районы, и культуру риса, южные регионы. Северяне считают себя более развитыми в культурном плане, ведь именно из их числа вышли многие правители Китая. К южанам они относятся со снисхождением, считают их грубоватыми людьми и бесцеремонными хитрыми торговцами. Зашло. В свою очередь, южане считают северян непродуктивными бюрократами. Время час ночи. У нас тут коридорный тип разговора образовался. Так, время уже 3. Манго. Московская. Допили все. Пошла манго. Ложечкой все режем. Для запаха. Доброе. Все целы. Не совсем живы, но целы. Да. Жил 17 дней. По Китаю. Решили прогуляться. Вот он, сидячим. Короче, это типичный китайский поезд. Вот здесь люди, короче, они прям курят, жрут, спят здесь. Им похер. Мы приехали в Чанчжэцзе. Май. Ну вот мы в Чанчжэцзе. 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 Пошли на территорию парка, и сейчас нужно будет проехать еще 20 минут на вот таком вот мини-автобусе. Вот висели на кораблик. Сейчас прокатимся по озеру. Здесь озеро находится на высоте 180 метров. Сейчас будет видеть там. Thank you.
Сейчас в следующую гостиницу размещаемся. Уже в горах будем жить. Хороший фойе. Че, парни, будем в джакузи тусить? Да у нас тоже что-то выживаешь. У нас будет ламинг рум, блядь. Приятный номерок. С никаким видом, кстати. Хотя что-то тут видно. Сам тут только спать. Вот мы вечером вышли погулять. Вот так выглядит этот город с труднопроизносимым названием вечером. Чанчжадзе. Вот. Hey, I'm on vacation every single day, 'cause I love my occupation. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Hey, I'm on vacation every single day, 'cause I love my occupation. Hey, I'm on vacation every single day, every single day. Вот я сходил на массаж, молча. Блин, реально круто. Я вот как будто вот два дня ходил, как будто не ходил. Отдал всего лишь по колено, то есть там икры, ноги, там 100-110 юаней. Были еще на острове, помню, Хайнань мы, в Китае. Такой остров, ну типа местные Мальдивы. Вот там растительность очень похожа на здешнюю. То есть, тоже много очень таких деревьев, зелени. Иду по улицам, такие кусты. Белого песка, как никто не зашло. Тоже очень интересное место, кстати, Китая. Только пробовали иногда с ребятами купить сим-карту пару дней назад. У них же проблема диалектов, да? То есть диалектов в стране там порядка 50. То есть невероятное какое-то количество. Вот эти царства у них раньше были. И они друг друга, по-моему, плохо понимают. Ну, ты спрашиваешь у людей там, как купить эту сим-карту, они подходят к другим китайцам и начинают спрашивать, я так понимаю, где тут чай на мобайл по-английски, ну, они на китайском там начинают переводить. И они стоят вот, и вот 5 минут о чем-то разговаривают. Казалось бы, 5 минут, да? А в России к тебе подойдет человек, спросит, где можно купить сим-карту на английском языке? Ну, ты ему там за минуту там объяснишь, там, либо спросишь там у кого-то, за одну минуту тебе объяснят, и ты передашь. Здесь это все очень как-то растягивается все время, то есть такие процедуры. Ну, наверное, из-за специфики, все-таки там порядка 50 диалектов, дают, наверное, себе знать. Ну, как-то живут и развиваются, кстати, успешно очень развиваются. Сейчас возвращаюсь в отель, там ребята сидят во дворе, о чем-то разговаривают. Идем к ним, будем присоединяться, пока идут по ночному городу один. This is my year, yo. My life may be crazy. My lack of the lazy has let me do shit that I love on the daily.